В Новый год исполнились мечты 4 жителей заполярной столицы. Записки с их желаниями оказались на главной елке в Кремле. Сертификаты счастливчики получили из рук губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. На торжественном событии побывала и наша съемочная группа. Мария Куляпцева – одна из участниц благотворительного проекта «Мечтай со мной». Об акции «Елка желаний» узнала от знакомой, которая предложила подать заявку и рассказать о самой заветной мечте. Мария признается, когда раздался звонок, ее пригласили на торжественное вручение сертификатов, эмоции переполняли. Невосполнимые эмоции. Слезы, радости, счастье испытываю. Просто не верится. Мечта сбывается. Хотела попасть на концерт Дмитрия Маликова. И моя мечта сбылась. Я еду в Санкт-Петербург. Это вот в феврале месяце. Еще один счастливчик – студент Ненецкого аграрно-экономического техникума Игорь Карманов. О проекте узнал от преподавателя. Его желание – экскурсия по Москве. Прошло чуть больше месяца, и вот молодой человек получил сертификат на исполнение заветной мечты. Мама Игоря, Анжелика Карманова, признается, их семью эта новость приятно шокировала. Я тоже не ожидала, что исполнит его желание. Он сказал, что была высказана такая мысль. Но я подумала, что высказать можно. Вот. И как бы мы не ожидали совершенно, что это было. Конечно, это такие были очень яркие эмоции. Это все-таки был немножко шок, что вот так наши власти решили все-таки осуществить желание. Причем такое не самое дешевое желание. То есть его поездку в Москву. Новогодняя акция «Елка желаний» организована Роспатриотцентром и учредителями благотворительного проекта «Мечтай со мной». Ее цель – исполнение заветных желаний людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, детей из многодетных семей и сирот. Как это работает? Подаем заявку на официальном сайте проекта, рассказываем о себе и своей мечте. В декабре организаторы украсили елки в зданиях Кремля новогодними шарами с желаниями. Ну а исполнением мечты занимались губернаторы регионов. У нас в этом году проходит замечательная акция «Исполни желание». И вот Дедушка Мороз приехал, чтобы исполнить желание всех из вас, кто в этой акции принял участие. Проект «Мечтай со мной» существует с 2014 года. За это время были исполнены сотни тысяч заветных желаний. Это далеко не предел. В заполярной столице счастливыми обладателями сертификатов стали четверо жителей города. Ольга Руслан, Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».